Привет, дорогие мои друзья, мои подписчики, гости моего канала, мои браньки, девочки, мои матушки, я вас всех приветствую. Сегодня давайте мы поговорим о приметах, и будет небольшое отступление. Ну, это дальше. Сначала, что я вам хотела сказать, девочки, причмокиваю, потому что зубы еще не поставила. Операция будет завтра, ролик выйдет гораздо позже. К тому моменту я надеюсь, что все у меня уже произойдет и все получится как надо. Я красивый выбрала цветочек, на свою тумбочку поставила, чтобы вам было приятно глазу, и включила свет, хотя на улице и светло. Девочки, о приметах. Прям душа стала болеть. У меня сейчас стоит кондиционер. На кондиционер недавно прилетела ворона или сорока. Я ее выгнала. Сегодня прилетела как синичка какая-то и прям к окошку к моему лезет. Девочки, вот душа в пятки уходит. Вот честно я вам скажу. Вот скажите мне, пожалуйста, верите ли вы в приметы и было ли у вас совпадение? У меня несколько раз в жизни было, поскольку я из большой семьи. И когда у меня умер брат, ко мне залетела, вернее, прикормился голубь белый. А брат был, царство ему небесное, он был такой светловолосый у нас, и как раз голубь был белый. Потом, значит, ко мне залетела, не помню, какая птица, прям в комнату, вот в эту здесь открыто было окно, откинуто, вот, и залетела, и у меня умерла сестра. Я боюсь страшно как, очень боюсь, вот просто вот развейте кто-то мои мнения, мое сомнение, мнение и мой страх. Очень боюсь я этих всех всяких, не дай Господь, ни вообще никому и никогда на земле. Все должно быть своевременно. Ну, лет в 90, в 100. Вот, поэтому что-то сегодня прям нервы не выдерживает. А тем более завтра у меня операция. Дай Бог, чтобы все случилось хорошо. Ну, это мы уже, когда будет выходить этот ролик на YouTube и на Дзен, я к вам с новостями, с хорошими новостями. Я вновь и вновь вам хочу предложить хорошие сделать себе покупки. Petit Paris. Petit Paris – это парфюмированная вода. Это очень вкусные ароматы на любой вкус, для любого возраста, для любого пола. Почему я взяла на себя это обязательство? Я пользуюсь сама. И поскольку у них сейчас по промокоду с 11 по 17 ноября будет по промокоду 4 единицы, будет минус 30% на весь ассортимент. И еще у них акция 4, купи 4 аромата и 5 дадут в подарок. Это очень хорошее событие, и спасибо этой компании. Они обращаются к нам, к блогерам, особенно к возрастным, потому что они знают, сколько стоит на рынке, даже в дьюти-фри, даже в любой Ривгош или Литуаль, сколько стоят духи настоящие. Не какая-то паленка или там еще какие. Эти духи я рекомендую всем. У меня их уже штук 20, может 30, не знаю. Но вы знаете, я люблю дарить. У меня очень много приятельниц и подруг. И я с удовольствием всегда рассылаю, либо здесь поблизости дарю. С большим удовольствием. Это ароматы, которые звучат по-разному. Если вдруг вы сомневаетесь, какие бы вам выбрать ароматы, какой бы вам подобрать под ваш характер, вы можете прочитать под любым флакончиком, который указан на этом сайте. Вы можете прочитать состав. Состав вот ровно сделан так, чтобы вам это было близко по характеру. Если вы взрывная, такая как я, более активная, вам подойдет один аромат. У нас есть женщины милые, скромные, робкие, им подают другой аромат. Поэтому 4 аромата плюс 1
будет вам подарок. Либо промокод 4 единицы и будет минус 30% всего с 11 до 17. Я беру, у меня уже есть практически все ароматы, мне все нравятся. Я совсем недавно была в санатории в Беларуси, отдыхала. Привезла оттуда кучу нестиранных вещей, все постирала, девочки, и, о чудо, все, что я не гладила, все запах сохранили свитера. Ароматы просто обалденные, я люблю все у них. Ой, я люблю все. Запахи вы можете выбирать как сами, так и если вы не знаете, какой бы запах вы хотели, может, более современный, может, из нашей из молодости, вам менеджер онлайн подберет под ваш характер, под ваше настроение. Вы купите там не только для себя, вы купите для мужчин, для своих мужчин, для девочек, для девушек, для женщин, для бабушек. Впереди Новый год. И вам эти ароматы обойдутся сущие копейки. Зато вас будут вспоминать очень долго хорошим словом. Потому что когда они будут на себя наносить этот аромат, любой из ароматов, они будут вспоминать вас хорошим словом. Просто поверьте мне, ароматы вкусные, ноские, достойные. Ароматы... Ой, девочки, вот мне охота прямо ими поливаться. Кто-то мне однажды написал, вы... Наверное, в них купаетесь, это правда. Я очень люблю хороший аромат. Я не люблю, когда женщина неухоженная. Когда аромат у ней, может быть, и есть какой-то типа одеколона или там что-то подобное. Но это нельзя, девочки, такими ароматами пользоваться. Сейчас, будучи в санатории, я обратила внимание, либо старыми, вот так, мы же бережливые люди, либо старыми пользуются. Они уже, понимаете, как прогорхлый продукт, так и духи становятся. Если у вас сильно замутнели духи, они уже старые-престарые. Просто поверьте мне на слово. Про духи я знаю очень много. Сейчас я просто хочу, чтобы вы прошли по ссылке, которую я вам оставлю, и купили себе очень много ароматов. Порадуйте себя. Это не бешеных денег стоит. И даже на нашу пенсию вы можете себе позволить. Вот. Поэтому, девочки, что еще? У них обязательно есть сертификаты. У них это гипоаллергенные ароматы. Они очень ноские. Просто поверьте мне на слово. Я даже сейчас в моей ситуации, я не могу вас оставить и сказать, я бы могла попросить менеджера, давайте выпустим попозже. Но поскольку у них сейчас идет акция, я очень хочу, чтобы вы в эту акцию успели. Вот 4 флакона вы заказываете, и 5-й вам дадут в подарок. У меня есть всех размеров. Вот у меня есть 100 миллилитров, а вообще они разливают от 15 миллилитров до 500. Вот. Что мне у них нравится? Нравится мне, что они... Сейчас, девочки, возьму в руки. Одну минуту. Вот. Допустим, вы заказали 50 миллилитров, 30, 50, 100, 30 и 15. Так вот, я из, допустим, из вот этого большого флакона, я по сумкам себе раскладываю пластиковые вот такие флакончики. Они легкие. Они, им ничего абсолютно вы нигде не расколете, не разобьете, они не откроются. Но у вас всегда будет с собой ваш любимый аромат. И будете вы ими поливаться, и будете очень вкусненько пахнуть. Вот такие дела. Девочки, даже заболела голова, потому что так стала переживать. Боюсь. Во-первых, у меня мандраже идет, по-русски говоря, что завтрашний день у меня будет сложный. Вот, одно дело пережить эту операцию, другое дело, как дальше дело пойдет, сами понимаете. Ну и когда выйдет ролик, я думаю, вы уже будете в курсе всех событий. На мне кофточка, которую я сейчас показывала вам на последних съемках, очень хорошая. Кто-то засомневался по поводу моего, что я стройнею.
Девочки, я стройнею, просто поверьте. Если кому-то там очень смешно, то я так понимаю, что у вас просто проблемы у самой. Наверное, вы необъятная дама, поэтому вам так смешно стало. И еще одна пришла, поддержала. Девочки, все в наших руках. Не надо ничего применять, просто надо научиться есть. Я стараюсь учиться. Поэтому и у вас все в ваших руках. Вот, не хочу отрывать много у вас времени. Ссылку на сайт оставлю. Успейте, пожалуйста, купить, потому что, сами понимаете, Новый год, Рождество, все равно кому-то хочется какую-то, ну, тем более мы возрастные дамы, мы все равно хотим кому-то преподнести подарочек, который вот сейчас нужен. Не кастрюлю или сковородку, не друшлаг и там еще что-то, а именно такое, чтобы человек пользовался. Вы мне скажете, ну, это же индивидуально, да, индивидуально. Ну, просто поверьте, все ароматы качественные, все ароматы современные, но не может человеку не понравиться один какой-то аромат. Не может такого быть. Вы найдете там ароматы, которыми мы пользовались нашу молодость, современные, как я и сказала. Поэтому, девочки, обязательно пройдите, обязательно мне напишите. А еще, пожалуйста, мне напишите, а какой ваш любимый запах, а какие ваши любимые духи. Я буду очень рада. Может, мы с вами, именно я непосредственно с вами люблю один и тот же аромат. Вот. У меня, девочки, 7 моих орхидей стоят на окне. Закрываю батарею. Сейчас я убрала, вообще закрываю батарею таким пледом, чтобы сюда не попадало. И две орхидейки мне дали уже деток. Я очень рада, потому что я еще цветочник, еще тот, как, собственно, и кулинар. Вот и все. Всего вам доброго, друзья. Пишите обязательно, какие ароматы вы любите. Пишите о себе, пишите ваши истории. Мне будет очень приятно. Возможно, если вы разрешите, я перескажу для девочек. Возможно, вы недавно вышли замуж, или у вас вы поменяли страну, или поменяли город именно в возрасте. В жизни происходит же у нас все равно, жизнь бежит, течет, годики летят, а мы остаемся прежними. И только наружная наша часть, то есть кожа, там тело наше превращается уже в более такую, скажем, старенькую, а в душе мы все те же. Мы точно так же хотим эмоций, мы точно так же хотим пользоваться косметикой, ароматами, точно так же хотим, как молодые девушки, пахнуть, точно так же хотим новые ботиночки, точно так же хотим новые кофточки. Жизнь продолжается, а поэтому мы с вами не сдаемся. И помните, нам надо разорить пенсионный фонд. А чтобы мы разорили пенсионный фонд, нам надо жить долго, здоровой и счастливой жизни и с хорошими ароматами. Прошу вас, переходите по ссылкам. Не забудьте с 11 по 17. Промокод 4 единицы. Всего вам доброго. Жду от вас обратной связи. И кто напишет, я заказала, тому приз. Девочки, приза, конечно, не будет. У меня сейчас приз такой, вы сами понимаете, сейчас какие у меня расходы с имплантами. Ну, я думаю, что надо нам, я, наверное, все-таки возьмусь вот за такую деятельность, как буду. Ну, да, только тут еще угадать надо будет с размерами и со всем прочим. В общем, посмотрим. Впереди, я думаю, что я такую сделаю рубрику. Рубрику сделаю по комментариям, рубрику сделаю, ну, допустим, кто лучший комментатор и тому подарочек. Я думаю, что, наверное, скорее всего, я это буду делать, но это все впереди. Всем всего доброго. Обязательно напишите, верите ли вы в приметы или нет. Вот я как бы не говорила, как бы я не улыбалась, мне все равно голова уходит в другой отсек, сами понимаете. Всем всего доброго, всем всего хорошего. Спасибо, что остаетесь на моем канале. Спасибо, что доверяете мне.
Спасибо за ваши лайки и за ваши признания. Всем всего доброго. Всех люблю. Пока-пока.